Вот, любители меда, вот так пчелы заражаются клещами вороа. После обработки амитразом обрабатывали двумя пластинками. Пластинками обработали, а после этого решили обработать аэрозоль, такой аэрозоль, амитраз. Обработали вот вчера, и смотрим. Они такая. Живые еще ползают. Да. Ой, ползает, ой, щепкая. Вот, такой результат. От чего бывает слет пчел? От того, что от зараженности клещами. И вот такая зараза в Россию попала. Так они бегают.